Всем привет! Как-то гуляя по просторам Твича, наткнулся на очень классного стримера никнеймом Шишки. Однажды я предложил ему поиграть в мою любимую игру Operation Flashpoint Call of Crisis. И он поиграл в нее. Соответственно, нарезку по стримам я предлагаю вам оценить в следующих роликах. Ссылку на стример я оставлю в описании. Стример очень классный. Но хочу предупредить то, что он не является именно поклонником этой игры, он не олдскульный геймер, то есть кому именно зайдет его манера стримов и сама персона, тем, я думаю, понравится. Те, кто захотят увидеть больше Flashpoint или старых игр, думаю, ничего интересного не найдут. Это я так предупредил на всякий случай. Нарезка ярких моментов с одобрения Шишки сделана мной. Мне показалось, очень интересно получилось, и вам предлагаю тоже посмотреть. Приятного просмотра. Старт. Разблайбался с русским правом на серию, я потом переименовали в Арма. Понимаю. Кодмастерс? Это до того, как они начали гоночки, что ли, делать? Ну, запустилось, кстати, слава богу. Ну, хотя, да, Bohemia Interactive, понятно, понятно. Book Entertainment. А чё, почему она запердела фпсами? Не тянет? Чё, ну погнали, миссии. Уровень кадет. Ну я кадет. Я хотим проникнуть в оккупированный город, украсть УАЗ и унести ноги. Воруем УАЗ. Понял? Разведка докладывает. В Тринит прибыл высокопоставленный русский офицер с важными документами. Глухарь. Вам поручается найти эти документы и доставить их к нам для дальнейшего изучения. Захватите машину офицера в городе и пригоните ее в расположение наших частей. Вы начинаете миссию близ города Латринит. Найдите УАЗ с секретными... УАЗ с секретными документами. Введите машину на нашу территорию и отчитайтесь перед командирой перед командиром Дурдане. Далее. Етить, а чё управление-то как в игре на Денди, где ты по уткам должен был стрелять? Чё-то мне хуёво даже, я так сказал. Так, ну ладно, погнали. Я, в принципе, в армии служил, в кадетской школе учился. В арму тоже играл. Попущен. Так кусеть, что ли? Я испугался. MLG. На Z лечь. Это я видел. На какую кнопку мне, так сказать, калаш свой СССРовский родной? Enter? Как же этот ящик меня трахает? О! Вот это я понимаю. Стул! Где УАЗик? Гори! Не молчи, тварь! О, сквозь. Ладно. О! Кто-то шмалял. По мне? Доставай ствол! Вижу, суку. О! Господи! Это было жестко. А это что такое? Войну начинают не военную, войну начинают политики. Заново. Ой. В летнее время под тенью акации приятно мечтать о дислокации. Вон чертила бежит. Второй чертила. О! Попущен.
О. Сральник тебе. И другу твоему. Ну он. Это не он. О-о-о! Капец, мне бы такую в Майнкрафт. О, я могу на нем ездить. Едем, ай. Едем, едем в соседнее село. Сейчас врагов найдем, задавим. Я что, нашел машину, и враги кончились? Я не понимаю, что это, по мне кто-то шмаляет. Автоматическая трансмиссия, да, кстати. Современно. А ты говорила, игрушка старенькая. Ладно, поехали. Походу не найдем. Мне нравится, как он это. А УАЗик также ездит. Ай. Музон. Ду-ду-ду. Что, приборы работают? Спидок. Спидок работает. Ааа, мадафака! Это свой, что ли? Это он мне сказал, что фистинг. Отличная работа, солдат. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Не положиться. Уважают. Вы уничтожили офицер. Я офицера уничтожил? Из 4 бойцов. Это которым я в жопу, что ли, стрелял? Какова обстановка, сэр? Есть признаки активности? Капрал, противник начал маневр, однако пока что обстановка под контролем. Они не очень-то хорошо укрепились. Я вижу пехоту 10-20 человек и один БМП. Они даже не успеют понять, кто по ним ударил. Пора возвращаться к отряду. Штурм начнет через несколько минут. Нам еще надо подобрать несколько человек в Лолисе. Лолис. Я любил в армии играть в King of Hill, в Царь Горы. Потом я узнал о том, что есть игра Squad. И вообще вся игра Squad, она построена на режиме King of Hill. То есть ты захватываешь точки, у тебя есть техника, там отряды. Есть сквад-лидеры там также. Вот это всякая такая же же. Политкорестная игра, кстати. Ну, вроде да. Он спит, что ли? Это как Артём с пулеметом. Тупо. Вот так стоит. Куда они смотрят? Они смотрят во все стороны света. Ждите здесь, капрал. Мне надо кое-что выяснить. Лежать! Дедовщина! А, это из-за того, что я кадет, что ли, они так долго? Вы погибли. Утро доброе, парни. Не, ладно, я не успею их загасить, это тяжело. Возможно, сначала заднего загасить, потом этих двоих. Morning, man. Any activity last night? All quiet, sir. No movement all night long. Good. Stay alert. Блин, командир-то шарит, блин. Заград отряд сразу гасит. Wait here, corporal. I need to check in with that patrol. Ща. Not a problem. Ща мы все сделаем. Я так в сталкере. А, блин. Any activity last night? А, не, я так в сталкере делал. Я так в сталкере делал. Good. Stay alert. Things are about to get hot. Your eyes open. Да, в натуре гасит сразу. Мне дают оружие в руки, прям так это. Эть, куда ты втопил-то, блин, так? Братик. Ты, может, и офицер, а я кадет. Я за руль. Да ты сука. Наша цель разбить русских в этом секторе. Они, конечно, будут сопротивляться. Стикефин.
Эти гранатометчики вштыренные. Ну поехали. Физика канатов он есть. Уехав на войну, он уехал умирать. Че, мужики? Кто из вас Ковальский? Чтобы вот этого, больше вот этой нашивки не было у тебя на плече. Все, абсолютно все триколор вешаем себе на плечи. Фистинг is 300 bucks, пацаны. 300 bucks. Do you understand me? Второй под снюсом. Но он что-то, да, какой-то такой. Но он на небо смотрит. Он, походу, умрет. А этот все ствол свой гладит. А вот это точно Артем с пулеметом. Тоже все гладит и гладит. Выйти. Блин, да меня выкидывают с самого. Готов к бою. Да даже на 12 o'clock не успел повернуться. Я куда-то... Они упали, повернулись туда. Я тоже повернулся сюда, и мне сразу жбан прострелили, что ли? Симплуха сидит, что ли, в кусте? А. Да это хрена взлетает. Граната летела? Я только сейчас увидел, что граната. В тот раз я ничего не видел. Но я никак не выживу, он в меня кидает гранату. Я, короче, туда. Давайте, мужики. У меня аж ветер в ушах дует от моей скорости. Да опять! Ветеранов Третьей мировой не будет. Он спецом кидает в меня гранату, он стрим-снайпер какой-то жесткий. Но сейчас преимущество холма обеспечим себе. Да они всех положили. Я ничего не сделал. Вон, вижу башка. Это свой, что ли, там? Куда шмалять-то? Не вижу. А. На. Это я, его пацаны есть еще. Я занял компаут, мужики. Давайте, давайте, подтягивайтесь. Технику тоже под... Гоняйте. Товарищ командос, я уже здесь. Это я. Силы мысли взорвал. Там живой еще сзади. Каждому по контрольному. Жестко он, конечно, их. Ректанул, прям ректанул. А. Ля, как его тут сковырнуло. Ну, сами разберутся, я думаю. Их мало там остается. У меня фланговая атака. Не! Блин, я же нажал лечь, я еще нажимал колесико, он не хотел. Ну как я грузовик снял? Ё-моё, на войне как на войне, французская поговорка. Получается, мне от них лучше не отходить, да, вообще? Иначе они пососут. Летит, граната летит. Э! Занято. Братан, чё за говно? О! Вот чё всегда мне не нравилось в военных симуляторах, это если ты умираешь непонятно откуда.
То есть создается впечатление, что война это не так страшно. Ты просто ты хуякс в один момент и лег. Офицер даун, офицер даун. Типа ты лег. Опять в меня летит. Здесь тогда я убежал? Я не умер непонятно откуда. А тут я иду и умираю просто. Он не попал? Ты чё рофлишь? Перезаряжай давай, нам сейчас шмальнут тут по самые помидоры. На. Ай, за что по мне-то? Я френдли. Взрывай это дерьмо. Ой, ему колено прострелил. Взорвали БТР-то, алло. Придурки, куда вы убежали? Сейчас пью. Хедшот как раз. Ну чё? Лучше бы сидел там. Не попал чел по БТРу. Меня тоже вроде БТР положил. Командир лег. Фига, тут сюжетец нелинейный. Мы без командира, седьмой наш командир теперь. Он лох вонючий, не слушайте его, я командир. Если этот ушлепок на ракетчике опять промахнется. По БТРу. Контакт, контакт на час. В смысле? I've got him. I've got him. Давай, 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 родненький. Да ты... Кто из вас шмалял? Кто из вас ракетчик? Ты медик. Давай, давай, ты хоть попади. Он попал? Он попал, он попал, он попал. Найс. Что это такое? Это подземные какие-то технологии. Его назначили командиром, потому что у него голос такой же мерзкий. О, чел прям перед вами. А, это наш. Прикрываю, прикрываю, продвигайтесь. Одна грена, мужики, мы все в говне. Красная звезда на капоте. А я жму. О, ты свой? Сорян. Так, ну я лакшери. Давайте, давайте, давайте. Товарищ командир, ну садитесь, я вас просто довезу. Чем ваша проблема? Вы не хотите со мной в кабине наедине оставаться? Товарищ командир, ну шо вот вы сидите, жопу свою? А, у нас все полегли, походу. И мы вдвоем остались. Опять нелинейный сюжет. Почему он мне говорит занять место водителя? Командир! Мы остались вдвоем. О, еще куда-то шмел будет. Он хочет взорвать УАЗик? Он хотел посадить меня на место водителя и взорвать УАЗик. Ах ты сука. Я остался один. Возвращайтесь на базу. Возвращайтесь на базу. Но он хотел. Я типа многоходовочку сделал. Он хотел меня кокнуть, я кокнул его. Игра последнего выжившего, да. Battle Royale. Топ-1!
Походу, приехал. Так мне больше нравится, кстати. Игра обрела новые краски. Я почти дома. Я почти дома. Я дома. Целуйте, бабы и рельсы, я еду домой. Вы потеряли весь отряд, но остались живы. Так, и что дальше? Счет минус 400. А, я зря нажал сначала? Блин, командир, я так скучал по вам. Not a problem. Товарищ командир, хочу заранее сказать, вы лучший командир, с которым мне доводилось работать. А третьего охоту поиграть я поиграю, а? А чё, зачем антенны типа так? Это они прячут их, чтобы они сильно вверх не торчали? Это двумя канатами просто нагнули их. Это как какой-то колхозный метод. Такой, типа он сам пошел с другим отрядом, а меня кинул? Вот, сука. Он сказал, постарайся не врезаться в дерево, он был... А, это то самое дерево, сквозь которое я не мог проехать. Сорян, мужики. Тут просто дуб вырос внезапно. Меня лечи. Перевязка. Давай, stick your finger in my ass. Уе. Я тверкать перед ним сел, что ли, лично. 2, 3. О! Бог! Я, короче, наводя курсор на окно флешпоинт, ой, на окно диспетчера задач, увидел, что OFP идет третьим, нажал стрелочками, чтобы третий, потом нажал delete, и я либо крашу OBS, либо я крашу OFP. Я опять не ту запустил, да? Там есть другие миссии. Так я хочу по очереди все пройти. Хочу засаду. Древник вон есть миссия. Да я пойду, что-то, блядь. Пойду пока, присяду. Ладно, тебе дают одно сохранение на миссии. Ну я знаю, да. Я бы с радостью гедин. Но гедин не работает. Ой, еду со своим командиром, балдею. Че так медленно едешь-то? Давай жми на гашетку или как там. О. В пол. Взять их Хаудана, зачистка, остальное место не ставит особых хлопот. Блин, да нас там всех разваливают, у меня остается один живой чел. И мне пишут, что я потерял весь отряд, хотя я не командир. Я бы сказал им всем просто в атаку. Вождение, конечно, не казуальное, типа надо долго сжать, чтобы, ну, колесо начало поворачиваться. Мне кажется, в военных симуляторах это не нужно, и передачи тоже не нужны. Твой отряд, он мне верит, но это нихера не мой отряд, я там не главный. Я на переднем. Так, кто же последний лох вот этот? Девятый, понятно. Один сейв дается, да? Ну я бы... А как сейвиться? Ага. Я бы сохранился там, когда мы доходим до той деревни. Хэдшот. Командир сфидил. Что это за командир, который фидит? Гам. Блин, тут у него на самом деле пулемет, бля. Бля какой. А как сошки раскрыть? О, да я ж лег. Снайперку хочется. Есть они вообще в игре, кстати? Может их нет? ПК это чё, пулемет калашника? Иди, я подсейвил, ребята, кто что, тупо прикрыл. Five,
Пулик нет. А я не засейвился в городе. Одна смерть — трагедия, миллион смертей — статистика. Иосиф, сука, Сталин. Извини. А, так он продолжает тут моих пацанов отстреливать. Капец, он троих положил. Шестой, седьмой, девятый полегли. Вот сука. Ой-ой-ой. Почему меня всегда отстреливают рожу? Я не понимаю, меня отстреливают рожу просто раз за разом. Неужели я настолько нелицеприятный? Ладно, попробуем отсюда заходить теперь. Опять первый погиб. Ты за что, командос-то? Пуси, сделай меня командором. Я приведу нас к победе. Твою... Да что это за говно? Как он... Что это за бейсболисты? Я не понимаю. Просто кидает гранату, через всю карту летит мне. Он видит 20 человек, достает при этом гранату и кидает ее в меня. Вот, я сейчас смотрю на One O'Clock. Опять первый слег, седьмой принял командование. Я, короче, сейчас в соло пойду все сделаю, что-то задолбало. Это в натуре было MLG, просто вот этот чел в кустах. Просто отлетел. Как лохушка. Где BMP? О, вижу BMP. Кого шмаляете, мужики? Шестой, я ранен. Шестой, на 6 часов боец. 50. Гранатометчик уничтожен. Боец уничтожен. Типа шестой симулировал, что он свидел. Да что это такое? Они все свидели каким-то образом здесь. Да, когда они тебя находят, то, конечно, не это. Ладно. Блин. Еще раз, еще один трай попробую, потом другую миссию посмотрим. УАЗик угонять было гораздо прикольнее. А тут у тебя 10 землекопов. Командир вечно фидит первый. Командир с первой просто ложит постоянно. Блин, с пулеметом было прикольно, кстати. И патриков было больше. Да и... Это один патрон. Один выстрел. Ваншот.